Я сегодня играю в Zombie Catchers. В переводе на русский это охотники на зомби. Давайте начнем. Так, вот у нас тут квесты есть. Старшие стенки. Это если не так долго. Вот. Схожу поиграю. Ранец включен. Простите то, что я долго не снимал видео, но теперь буду снимать их почаще. Вон тут вот такие вот зомби. Их надо ловить. Но это на третьей, на четвертой карте, по-моему. Кстати, это самый прикольный ранец. И самый последний. Всё. Не сбежал. Зомби поймали. Так, вот у нас здесь стерлс. А, еще раз тогда. Карту. Пойду. Уже поскорее давай. Все, поймал. Кстати, у меня гарпун уже последней модели. А почему вот зомби такие бестолковые? Все, не сбежал. Чего радуешься? Могу прокачаться наконец-то. За 10. А я качу. Это что такое? 30 000. Что-то многовато как-то. Так тут все опять на деньги. Жалко. Зомби. Летающие зомби. Резиновые куриные крылышки. Да. Если попробую взять. Опять это пас. Сверху получили. Кстати, тут
тут самое прикольное то, что я падаю, но я не падаю. Покажу вам последнюю карту и босса. Напишите, мне оттуда взять. Тут такие зомби. Боже. Фух, я поймала козлов этих. Вот это вот ранец первая модель. Нет! Зомби какашка и босса. Вот он. Ненавижу этого зомби-босса. Тут... Не хочу я тратить плутонию. Пофиг. Достал меня он. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.